Добро пожаловать в инфосферу. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Сплит. Кевин, человек, в котором живет не менее 23 личностей, вынужден похитить трех девочек подросткового возраста. Тем временем, пока они находятся в заточении, самая главная личность Кевина, чудовище, материализуется. Ночь живых мертвецов. Начало. Джеральд Товар заведует похоронной конторой, перешедшей к нему от отца. По наследству ему достается не только семейный бизнес, но и плоды темных отцовских делишек, несколько оживших трупов, которых Джеральд втайне от безалаберного персонала запер в крематории. Вынашивая на личных мертвецов далеко идущие планы, Джеральд решает посвятить в них своего проблемного братца Гарольда. Мертвеход. Как вы поступите, если ваш лучший друг погибнет? Будете горевать, утешать его родственников, похороните его и продолжите жить дальше, так как жизнь не стоит на месте. Но что вы будете делать, если ваш погибший друг вернется? Причем вернется он, как говорится, в здравом уме и твердой памяти. 28 недель спустя, 2007 года. Действие фильма происходит спустя 6 месяцев после того, как вирус ярости опустошил Лондон. Армия США восстановила порядок и заселяет город, который находился под карантином. «Я – легенда» – адаптация одноименного романа Ричарда Мэттисона о неизвестном вирусе, унесшем жизни половины населения земного шара, а остальную половину превратившего в вампиров. Сюжет строится вокруг единственного уцелевшего человека с необъяснимым иммунитетом, ночами держащего бесконечную осаду упырей, а днем пытающегося найти противоядие и выяснить причины эпидемии. Обитель зла 3. Элис, не раз уже спасавшая мир от смертельных вирусов и неминуемой гибели, вновь взялась за оружие. На этот раз ей предстоит сразиться с корпорацией Umbrella, работающей над реализацией зверского антигуманного проекта. Коварные политики и прагматичные ученые стремятся уничтожить людей и заменить их на более совершенное создание, заселив Землю неуязвимыми бессмертными клонами. Тепло наших тел 2013 года. Мир поражен чумой и стоит на грани вымирания. Покойники ходят на земле и норовят употребить в пищу живых, которые, оставшись в катастрофическом меньшинстве, с трудом держат оборону. Перемены начинаются, когда один зомби, чье имя при жизни начиналось на R, спасает девушку вместо того, чтобы ее съесть. Дружба, завязавшаяся между представителями враждующих сторон, грозит обоим самыми нехорошими последствиями. Но R и Джули, сами того не подозревая, держат в руках простой и единственный ключ к спасению гибнущего мира. Война мир Z. Сотрудник ООН Джерри Лейн на перегонки со временем пытается остановить заражение, способное полностью истребить человечество. Синистер, 2012 года. Вместе с семьей автор детективов поселяется в небольшом городке, в доме, где почти год назад развернулась леденящая душу трагедия. Были убиты все жильцы. Писатель случайно находит видеозаписи, которые являются ключом к тайне преступления. Но ничто не дается даром. В доме начинают происходить жуткие вещи, и теперь под угрозой жизни его близких они столкнулись с чем-то, от чего нет спасения. Интервью с вампиром 1994 года. К падкому на сенсации журналисту приходит вампир, чтобы поведать историю своей жизни. Все началось в 1791 году, когда молодой плантатор Луи, потеряв жену и ребенка, захотел умереть, но родился для мрака. Выслушав рассказ вампира, журналист пожелал стать таким же, как он. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!